Здорово, пацаны, здорово, гангстеры, на связи, как всегда, Лёха Такс, Макс Филиппин и Антоха Кратос, и мы сегодня вернулись снять для вас рубрику под названием «Битва рандома». Всем привет! Здравствуйте! Мы откроем по три кейса, и лучшую тачку с этих кейсов мы оставляем себе, тюнингуем, ну а дальше, я думаю, вы знаете, такую рубрику представлять вам не нужно, ну а если вы вдруг не знаете, вам будет вдвойне интереснее смотреть, а втройне интереснее будет играть, если ведете мой промокод Такс, который дает до 100 тысяч игровой валюты, а также випку. Ну а мы погнали сразу же крутить кейсы без лишних слов и смотреть, кому какое говно, а может быть спорткар, а может быть вообще лодка. Ну ладно, лодки там не будет. Так, припизнул, ну в всяком случае, думаю, вам понравится, погнали. Так, ну что делаем-то? Три долбоева встали. Ну и хули, ну, кейсы сказали крутить. Мафиозники, что ли, блядь? Да. У нас тут треугольник любовный, уйдите отсюда, нахуй, пожалуйста. Я делаю сейчас четыреугольник, блядь, давай. Давайте уже тогда шестиугольником конкретно, нахуй, давайте, пацаны. Врубайте анимацию, черенки доставайте. Нас не двое, нас вон там еще сколько сидит, на. Пацаны, есть анимация, труп. Пацаны, а кто? Откуда вы, блядь, вообще? Из каких кустов? Какие кусты вы обучали? Блядь, кто? Вообще, у мэрии. Мы в пианино слушаем, а там на пианино играют. На пианино? Где, блядь? Играете? Показывайте. Пойдем на пианино сыграем, на счастье. Сейчас у нас битва рандома, пацаны. Сюда. А что вообще происходит? У нас битва рандома. У нас чел на пианино и машет, реально. Так, обогатиться. Минутка музыкалити. Сейчас обогатиться. И мы получим говно. Ля, как он играет хорошо. Ну что, мы будем открывать в этой обстановке замечательной? Мне нравится. Так, не пристраивайся. Атмосфера то, что надо, Лёха. Ну а что, красиво, по-моему. Смотрите. Открывайте, значит. Да подожди, мы тут заняты. Блядь. Чё мы заняты? Лёша пытается стыковку с МКС. Стыковка с шаттла происходит. Давайте на остановке, чтобы приманить успех. Все, остановка хорошее место, мне кажется, да. Ну давайте, Антон предлагает куда-то. А давайте в каждый в урну залезет для голосования вот эту. Что за музыка? Открываем, значит, магазин. У меня-то статуя FPS жрет, вы охуели. Так это твой бедолажный компьютер, я тебе могу сделать. Нормальный комп. Подожди, кейсы. Дальше. Премиум автомобиля по 600 маджестиков. Но сразу, давайте так, с интрижкой оставляем эту историю. То есть, короче, что выпало, ну как бы, вы можете пожаловать. Короче, давай, мы не будем говорить. Я купил три кейса. Сразу три открывать разом, да? Ну три нажми, он подряд откроет. Только без быстрого открытия, правильно? Макс взорвался, походу, Пентиум его перегрузился. Ну что, ну какое быстрое, блядь? Ну без быстрого. Ну быстрое, мы открываем или нет? Давай. Ладно, три, два, один. Один, гоу. Так, у меня открывается. У меня первое открытие идет. Хорошая. Так, мне выпала тачка с золотой окантовкой, это нормально? Мне тоже золотая, ну, у меня золотая. Ладно, я обманул. Так, я пока отвожу это в донат инвентарь. Откладываем донат инвентарь, мало ли это будет самая лучшая машина и придется ее забрать. Я продал, зачем? Да все. А все, вернуть нельзя. Ну вот эту я точно продам, тут сразу понятно. Еще одна попытка у меня, пацаны, и все. Нормально, пойдет. Бля. Куда? Что выпало? Ну ладно, первая машина была самая нормальная. А теперь смотрите, все на тайнах, на интрижках. Да, не говори. Мы идем не до ключа ближайшего у Лос-Сантос Кастомса. Вот так вот потихонечку. Потихонечку на банихопе? Давай, на носочке, Леха, своем. На носочке, давай. Да, блядь, что такое? И все, пацаны, сейчас будет просто разъеб, я тебе отвечаю. Сейчас будет все. Ну у меня вообще бомбоня, бля. Кому-то выпали машины дороже 1000, объясните сразу, скажите. Нет. Нет? На что рассчитывали, блядь, господа? Так, подожди, Макс, стоп, не выводи. Стоп. Не выводи на Сберкарту. Сначала он на приват ебанет себе. Я сейчас, подожди, я сначала хочу подумать из этих трех агрегатов, что мне взять. Как забрать сначала? Я первый раз открыл кейсы. Ну, Алёш, открываешь, значит, F2, смотри-ка, магазин, там слева предпоследний пункт предмет. Предметы, да. Выбираешь эту машину, забрать. Кусок говна, да, хуракана. Так, подожди, сейчас вот тот кусок говна еще не определился, как делать, что? Слышишь, я все чувствую, это ко мне обращение было. Нанюх. Нанюхал, да, шериф. Да. На очки себе, блядь. Все, готовы? Подожди, а ты с какими бабушкиными носками, блядь, розовыми? А покажи носки, да, снимай штаны. Покажи. Какие у тебя носки, в цвет вообще кузова или нет?
Блять, это вообще галоши какие-то. О-о-о! Ебать, Гуля. Вопрос есть? Жесткий. Так. Пацаны. Я удивлю тебя, но если вы сдохнете, я смогу вас поднять, если что. У всех одинаковые. Я врач. Приятно познакомиться. Так вот, Лёш. А ты мент, что ли? Ну, конечно. А ты тогда че, кто, блядь? Кто в университете, да, блядь, косплеишь? Медкомиссия, блядь, все. А, кстати, у меня есть подарок. Для Антона, даже вот. Так, спасибо. О, подарок до тебе. Карася тебе показал своего. Так, ладно, я беру готовы? Давайте на счет раза. Подождите, я надел тут что-то, блядь, ремешок какой-то. Поеблю. У меня заспавнилось. Ладно, я спавню. Я это увидел, смотри мою. А где моя? Где моя? Где моя? А вот моя. Макс, так. Иди сюда. А где Максина? Попушки, попушки. Ай-яй-яй-яй-яй. Надеюсь, нет этот Бигфут? Ага, нет, Бигфут, она... конечно, брат. Бля, ты на жуке будешь? На мини-куб. Пацаны, у меня самая, наверное, нормальная машина, походу. Посмотрите на эту ласточку, ёпты. А где Лёхина машина? Вот моя, я вот выехал. Ого! Ого! Подожди, стоп, вот это Лёхина? Да. Весь пирог выпал. По-моему, да, но это Канис. Какой-то Канис конкретный. Извините, полный гал, пацаны, все видели? Я быстрее, пока тут очереди, блядь, нет. Сука. Я поехал на другой пункт, короче, выдачи Wildberries. Занято этим старым BMW. Я в сторону аэропорта, давайте туда. Кто последний приедет, тот чепух. Попускный. Я найду себе укромное место, не переживай. Я думаю, приедет последний Макс. Ну он уже, да, он уже сразу. Не, у меня там был еще другой вариант по салкар, но я чисто для стиля, пацаны. Блядь. Да ты, ну что, я тебе кегля, блядь, для Голливуда. Ебать, Стэнли Кубрик, высадка на Луну. Ты че, лунозавр, блядь, я не понимаю, что это тебе. Луна, полоны там. У тебя нет этой палки надзорной, блядь. Да я сутками, блядь, теории заговора на ютубе смотрю, блядь. Заговоры смотришь про космос? Да, не. А нахуя Стэнли Кубрик? Когда я на члены прилетел? Да Стэнли Кубрик, режиссер лунной съемки, вы не знали? Он от паранойи умер, от того, что за ним ФБР следит. В натуре? Чего? Он всем говорил, за мной следят из-за того, что я вот Луну снял, и типа, все, пиздец, сейчас убить хотят. И в итоге убили. Чего? РЕН-ТВ передает привет или что? Я не могу понять, что ты сейчас... Ну не, пацаны, пацаны, блядь. А сколько денег на прокачку? У меня 100 тысяч всего, я вообще на... Безлимит? А, ну нет, тут тачка такая. Нет, тут тюнинг... Пойдет. Там тюнинг недорогой, на самом деле. Там, да, 7 тысяч всего двигатель максимальный. Лёха, ФБР потом после этого тюнинга не будет преследовать, блядь? Не-не-не, я сделаю нормальный, блядь. Я лунное приземление не снимал, если что, так что нормально. Да, окей. В прошлой серии вообще Сталинга никого не было. Сталинга? ГУЛАГа не было, да? Коробка передач, блядь. Блядь, с губой, вот со сплитером. С губой, блядь. Потому что сзади сплитер, если что. Подвеска. С клитером у тебя машина, что? Сплитер! Какой клитер? Любимых моих. Ну чё, пацаны, я закончил с тюнингом, у меня, в общем-то, машина в цвет моего сегодняшнего прикида, вот такая, не знаю, оценить от 1 до 10, я решил угарнуть над этой тачкой, серьезно делать вот такую машину, ну я бы не стал, пацаны. Почему-то есть уверенность, что эта машина победит, она для многого готова, и вот какая в таком цвете... Какая уверенность, брат? Вот такая, сильная, где встречаемся, ребята и пацаны? Вас наказать? Нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ебать. Что за... Сейчас, подожди. Что за угроза? Да, что-то... Ну на дороге, мужики, просто. У меня машина полетела. Полетела? Пацаны, тут крыса белая. В смысле, сломалась, 300 типа? 300 км в час, брат. Какие 300 км в час, за счет чего? Я кому не знаю, брешь? Она летит. Кому ты врешь? Кому ты чешешь? Я чела на велике сбиваю, блядь. Мы встречаемся так же, там же, где машину тебя забирали. Тип на пляжика ехал скайпом, я его сбил. На ключе Los Santos Custom, понял, хорошо. Снова кастом суедем? Да, к тому же самому, ну бля. Ты лентяй ебаный, ты оттуда походу не уезжал. Очень понравится, визуально очень понравится. Вам тоже. Хороша. Моя тоже вам понравится, она у меня под цвет сумочки, короче, сегодняшней, с которой я. Не, у меня... А у тебя пакетик из пятерочки, что ли, или что? У меня голубая лагуна, а не машина.
Голубая лагуна. Я тоже делал голубую лагуну с песчаным низом. А что с колесами, Лёша? Охуенно! Всё! Лёша, где ты спиздил колеса от Формулы 1? Я всё сделал как надо, короче. Делай как надо, и всё будет как надо. Под цвет сумочки, аж какая у тебя сумочка, а на голове колпак вот? Да, да. Куда нахуй? Сюда! Стрелять! Спиздили! Стреляй! Не надо! Жулик, не воруй, а я верну сейчас. Куда? Да подожди, мы шоу снимаем, брат, почти, давай, блядь. Так ты бы попросил, тебе сделали, а так-то, конечно, это хуйцо. Брат, мы шоу снимаем здесь. Господин, выше из машины, быстро. Выше из машины, быстро, иначе начну огонь! Не будите зверя, это коп. Какой клоп, блядь? Клоп, ну коп. Выше из машины. Полицейский. А ёбни мою машину, я не могу. Бля, да чувак, тут ты не охуел. Так ему надо, подожди, ему надо гелик столкнуть, что ли? Да. А, тогда все нормально, одобряем такие движения. Вот не зря Лёха, да, вот машину прокачал. Вот. Пригодилось. Спасибо. Пригодилось. Да, блядь, спасибо, на хлеб не намажешь, я чё? Слышь, спасибо, на хлеб не намажешь, деньги, давай. Масло туда-сюда, блядь. Да хоть маргарина насыпь. Масло шот дать. Могу в рот дать, говорит. О, бля, посмотри, какой кадр, брат. Да, у тебя реально. И Лёша подъезжает на своей растыке, блядь. Тихо, а у нас какой-то это внебрачный, внебрачный. Да закрывайте, да, блядь, подожди, сука, я тебя сейчас, блядь, сяду нахуй. Ломают он двери, заебали. А это вас, это кто при... Это я тоже приехал. Забронировал место, блядь. Сука. Чё? Я заберу. Да, блядь. Пачка сигарет. Пригодится, да? А у тебя пропало у кого-то. На этой поедешь? А, Максим, где твоя машина? Куда? В смысле, эрлы? Эрлы, блядь? Какие эрлы? Так. И... А, топлива сначала нет, надо мне заправиться. Догонялся. Больше не идешь, Лёша, блядь. Есть бензин у кого? Ну, есть вон канистра, видишь, на машине забирай. Да, вон. А, блядь, я поверил. Я и покрышки взял с собой, все, блядь, на все случаи. Я могу, если что, кого-то починить, если надо. Лёш, заправка 300, блядь, игра, сука, игра, блядь. Не, ну если игра зависит, то бесплатно. Сначала заправиться, едем, блядь, алло. Да все, тебе хватит 10 выдали, Лёша. А что она не едет-то, что с ней? Что не едет, почему? Она почему-то в какой-то моменте на первой передаче застревает. Давай вот так вот встанем сразу, порешаем вопрос. И куда? Куда-нибудь. А отсюда вот можем, знаешь, вот до... Да блять. Да блять. Зона рыбалки 12-14. Да, охуенно я, ебать, рыболов, по-твоему. Справа, просто... 14, все, вижу, давай. Справа, это где? Это где крючочки вверху два? Где справа, Лёхе, покажите. Лёха, справа. Научите его. Возле ёлок. Объясните ему. Там еще этот, Federal Investigation. Так, давай, на английском ещё объясняем. А, и вот ёлка, полицейская дрочь там какая-то, да. 12-14, ага, поставил туда метку. Мужики, легендарная гонка намечается сейчас. Там оффроуд сразу, там все, всего. Там все нормально, тогда поехали, я готов. Блять, щи, хоть хуй полощи. Давайте. 3, 2, 1, помчили. Это у меня буст был. Бас бустер. Бай, Никита. Что ты делаешь? Подаем. Ты че? Пацаны, воздушный пакет, пожалуйста. Куда поехали? Без шансов. Один раз. Ой-ой-ой, помчался и попал. А почему у меня медленно, я все максимально поставил? Че за дрочь? Пакет взяли. Бля, вот тип выехал, блядь, хорош. Какой-то повор... О, сюда. Нет! Сюда нам надо. Блядь, я не туда повернул! Тихо. Я зачем? Бля, ты на развязке не туда поехал там? Я ненавижу. Бля, я сюда модов себе нагрузил на графику, я нормально тут. Я же сказал, тут и гонка, тут и тест на логику, все, блядь, будет. Да, это я просто... Я бы сам тут, конечно, бы не за... Я думал, что ты в другое место улетел. Это так, я еще еду, пацаны. Чтобы ты понимал, мы едем 130 км в час, блядь. Я иду 160. Я 160. Яндекс навигатор, блядь, это что за гонка? Тут же реально просто как... В Москве не там съехал, чисто крюк делаешь 10 км. Я вот прям по навигатору. А, во, я его вижу, Максим, этого. На выезде из города. Нормально.
Тулим, пацаны. Тулим, едем, блядь. Сколько вам осталось? Сколько вам осталось? 1,8. А где фары? Да ну не гони. У меня фары выключены. А ты куда вообще? Просто за три виздать пизды уехал. Да я не туда вообще поехал. Вот у меня только сейчас... О, у меня вообще графон приятный сейчас. О, сок просто... Я вижу. Красотища. Тормоз, если это Алексей. Да, это Алексей. Ах ты, сука, блядь, на тормоз запатил. Табуретку. А! А! Не, ебать! Не, ага! А! Нет! Блять, какая-то возня пошла. Ебать, Антоша. Антошу. Антошу и Алёшу, да. Антоша, Алёша. Пацаны, у меня проблема, я не выйду отсюда. Куда его ты засунул? Так, пацаны, а у меня нет никаких проблем. Я же внедорожник. Ты напрямик взял? Да, я оффроуд мастер. Блять, перевернусь. Мне по мастер, сука. Я первый. Все, я здесь. Я первый, ты че, я на крючке прям? Не, я первой воды достиг. Какой воды, блять? Я вот я. Ты че? Воды достиг. Ебать, я уже у рыбачи здесь сел. Ну вот я первый, как, вот я еду. Ай, блять, сейчас, секунду, вот почти первый. Вот сейчас. Выловите еще 4000 рыбы, чтобы здесь рыбачить. Это не для нас. Пацаны, каково вообще 4000 рыб, блядь, поймать? Да нормально, в принципе. Кайфа. Сколько часов? Сколько? Блядь! А, давай! Блядь, закрылось! Меньше 100 часов? Охуенно. Сука, лагает. Все, она зависла у него. Че не садится-то, блядь? Все, поехали отсюда. Люблю. Молодец, поздравляем. Победа, кстати, вот в воде твоя машина. Пока, Лёх, пока. Удачи. Блядь. Здоровечко. Довези, позже. А это кто? Я даже не могу так сделать. У меня на самом деле тачка выпала быстрее, но я просто проебал гонку из-за поворота. Это капец просто. Ну так давайте оффроуд сделаем. Пока что всего лишь одно очко, но у меня очкошники. Ну вообще так-то Максим технически, он просто решил по дороге что-то ехать, блядь, красиво РП снимать. Я подумал, ну его нахрен. РП съемщик. Да, ну куда-то взял по серпантину, поехал. Итак, подъем. Подъем на челюат, это же просто. Я больше, конечно, поднимался, чтобы 7 литров вот эти вот. У меня челлендж, я еще на 7 литрах должен это сделать. Поэтому на счет 3, пацаны, готовы? Давай, 3, 2, 1, поехали. Поехали, пацаны. Налево. А, налево. Блин, хорошо, что ты штурман. Я как будто играю в Spin Tyros и в это все игры, где надо говно месить в темноте. Ладно, хоть у меня фары еще все целы. Главное не разбить фары, потому что если ты их разобьешь... А что здесь люди-то забыли? Я не знаю, кто здесь ездит в час ночи, блядь. Кроме нас. Да. А мы кайфуем. Реально, кому здесь надо? Ну хотя онлайн 1200, так что нормально. Ну конечно, это же Majestic, самый лучший GTA проект. Да, не забывайте вводить наши промокоды, чтобы получить ништяки. Так, у нас как бы соревновательная гонка, но я придерживаюсь тактики, что я сначала за кем-то продвинусь, кто хорошо знает местность, а потом уже знаю. Ты понимаешь, что у тебя просто может сейчас топливо закончиться, и ты как бы, ну, накапливаешь. Не, вряд ли оно на подъем на челяд закончится. Если закончится, то моя проблема. Я ожидаю. Я себе челлендж сделал. Битлз это просто явно не созданная машина для подобных испытаний. Битл у тебя красивый, традиционный. Он красивый, воздух, заниженный, но мне кажется, вот единственная машина, созданная для здесь для подъемов, это моя. Ой, какая луна красивая, ё-моё. Ну, реально, ты, сука, засмотрелся на луну и чуть не слетел. Ой, хорошо. Я чуть тоже не слетел. Реально, ну так-то у этого есть плюс вайп, потому что мы в ночи, в темноте, вот здесь, на фарах, поднимаемся по грязи, я давно вот этого не испытывал. Да, на РП проекте. Конечно, кайфуем. Majestic РП, вводите наш промокод. Обязательно. Так, напоминаю, играем на Majestic 1200 онлайна. Пацаны, а если вам дать 3 макароны? Тоже разрекламируете? Разрекламируем на макаронах, да. Так хорошо, если ночью закатили. Так, у нас перевернулся Антошка, и я поэтому решаю поступить по-другому. Нет, это плохая идея была, блядь. А, я думал, ты меня хотел спихнуть. Фу, Опа. Нет, я хотел, хорошо. Блядь, ну тихо, зацеп. Хорошо, что ты меня не спихнул, Лёша, плюс балл просто так. Зацеп, блядь, зацеп, пожалуйста. Какой ему плюс балл, у него и так уже есть баллочку. У меня уже один балл есть, я сейчас мог иметь возможность, но я врезался и засал сейчас. В гонку выиграл, серьезно? Да, но я технически ведь ее выиграл. Я не знаю даже как правильно, кто выиграл, там как будто ничья, это что за бедолага. Ну сейчас давайте ничью делать. Я первый был в этой, хотя Максим, очевидно, ехал первым, но он решил по серпантину ехать. А в правилах мы бортовались, я поэтому... Ну нифига ты ускорился, Антошка. Срезал. Конечно, машина хорошая. Извините. У меня все шкрябает дном.
Ну, блин, что-то вы далеко урвали, это что такое, блин? Я понимаю, чего Лёша не выигрывает, у него оффроу-тачка. Оффроу? Так да, я хотел срезать слева, я врезался в камень, блин. А, не, ну молодец, Лёша, принципе. Я это сам сделал, да. Но я думал, что я так схитрю. Давай. Это просто изи, да, ну вот Антоха тут урвал. Пацаны, потому получается это, блядь, я еще перевернулся, сука, давай. Ну не перевернулся, ну так. Посмотри вниз, Максим! Ой, как красиво, я тут вообще тысячу лет не был. Че, спуск оформляем, пацаны, тогда получается? Вообще все на ладони, да? Где вы? Вообще очень красиво. Какая красотень, ебалый. Так. Диво. Подожди. Че там, Макс? Бинокль. Ух ты, ебать. Почему Максим никак не отреагировал? Пацаны, я, у меня бинокль есть, я тут все вижу вообще. Предлагаю спустить эти корыта вниз, а самим остаться здесь. Всегда интересно было, что у Лехи в голове там живет. Клопы, мохи, блохи, если. Что происходит, блядь? А, что за ебала, я где? Тебя наебли, Леха. Леха, че ты упал-то? Леха, ну аккуратно, смотри под ноги-то, ё-моё. Че ты мне тут рассказываешь? Так, пацаны, эх, блядь. Я вас понял, блядь, я буду играть в лысого, да, который с камнями там вошкается. Так, погодите, есть идея. Давайте спускаем и заканчиваем эту серию здесь на плюс вайбе. А, просто спускаем их? Ну давай. Да, надо выпрыгнуть из него, получается, как-то, не? А, ну изи, я поехал. Блять. До свидания, пацаны. Удачи вам всем. Я поехал. Это Majestic. Majestic, да. На нем играли. Вот такие тачки выпали. В итоге-то непонятно, кто даже победил, но, по всей видимости, проиграл Максим только лишь здесь. Да, на свои самые красивые. Стиль, брат, у меня очки. Да, так что получается у каждого по очку, что ли? Ну, как бы по анатомии точно так. Ну, пока. Это на правда, да. Зайдемся. Да.